это рынок известный в Роттердаме. Сегодня он работает. Сейчас зайдем туда. Рыбой пахнет сразу. Здорово. Я зашла, наш на улице остались. Ух ты! Такая тут экзотика. Кафешка. Ну реально рыбой пахнет. Селедочка, класс. Рыба по сколько? 5 евро. Раки. Так, а где наши уже ушли? Ой, а это что такое? Оливки? Да, смотрите, сколько оливок. Как вас впечатляет? Впечатляет. Впечатляет. Надо быстрее идти. Да, рынок, конечно. Такого я и не видела. Сыры. Вот, во весь рост теперь рынок. Ух ты, сколько там велосипедов. Вот они, дома-кубики. Дома-кубики. Каждый кубик одна квартира. Ух ты. Вот такой он Роттердам. И снова этот замечательный рынок. Я на самом деле не понимаю, как они здесь живут в таких квартирах. Сейчас пойдем туда наверх, посмотрим. Так, идем. Ну и что дальше? И как там? Сад? Где сад? А, вот как он называется. Дом-музей Кейк Кубус. Да, столько людей. Очень популярный объект туристический. Здесь пальмы такие красивые, елки. Так, куда мы идем? Ну, а он тут большой такой. Тут уже ходим долго. Так, сейчас будет хороший вид. О, вид, да, ничего такой. Белый дом. Гулять по тому берегу, на том берегу уже через как раз красиво. Мас.